Белокуракинский дом культуры в огне. Пожар уничтожил часть здания. Сгорела костюмерная со всеми нарядами и декорациями. От огня также пострадал зрительский зал. Силами спасателей возгорание удалось локализовать в течение 2 часов. Пострадавших и погибших нет. Подробнее расскажет Елена Зверхановская. Пожар возник между 10 и 11 часами дня 26 марта. К счастью, в это время в здании находились сотрудники местного дома культуры. Очевидцы рассказали, сначала во всем помещении погас свет. Они стали искать причину неисправности и во время обхода увидели языки пламени из костюмерной. Без промедления вызвали спасателей. По прибутті на місце пожежі черговим караулом ДПРЧ-27 було встановлено, що відбувається горіння приміщення костюмірне на 2-му поверсі будинку культури. Для гасіння пожежі у зв'язку з задимленістю була направлена газодимозахисна служба та подано 2 стволи Б на гасіння пожежі. Из людей в пожаре никто не пострадал, но огонь уничтожил имущество. В помещении, где хранились костюмы и декорации, все выгорело дотла. Повністю згоріла костюмірна. Костюмы, которые находились в этой комнате, электропроводка пришла в негодность, эксплуатация невозможна. И проблема существует теперь с зрительным залом, так как копоть от дыма осела на потолок и на кресло. Сейчас спасатели устанавливают причину загорания. Работники Дома культуры подсчитывают ущерб от пожара. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.